Всем привет! Вот, смотрите, всем привет любителям экстремального монтажа. Вот, смотрите, получил вот контроллер, вот этот контроллер, короче, универсальный, я как понял, на любое напряжение, на любую силу тока. Вот, тут вход, тут обычный контроллер, шим-контроллер, что это за контроллер, шим-контроллер. Что-то на столе. Вот, смотрите, тут ход, пауэр есть и мотор. Плюс-минус и тут плюс-минус. Больше ничего. И крутилочка есть такая. Трехцветная, как немецкий флаг. Вот, крутилочка. Вот так крутишь, и крутилочка крутится. Туда и сюда. Это, знаете, как на старом радиоприемнике. Вот, я что, я взял вот такой 24-вольтовый, ваш двигатель на 24 вольта. Вот, и 350 ватт это взял, этот, блок питания. Такой обычный, ничего фантастического нету. И крутилочки. И подключил движку к этому. 350 ватт, 24 вольта. Ну, 350 тут, написано 350 ватт вот здесь. Если видать, вот 350 ватт. А тут по запасу мощный этот, запас мощности этого хватает. Вот, смысл в чем? Сейчас включу, сперва проверим, как он вращается. Хреначит. Вот. Что-то он вообще остановился. Даже значит ноль имеет. Вот низкие обороты. Пытаемся удержать, не удерживается. Лам добавляем. Как тут радиаторы? Надо было тепловизором снимать. Не греется, не греется. Чуть-чуть тепло пошло. Ну тут еще вентилятор поставить, 24 вольта, так же вот так и на лапках. Красивенький такой взять, на 40, вентиляторчик такой. Ну пока холодный. Ну все равно, наверное, охлаждение надо или что-нибудь. И там, наверное, транзисторы вот эти... Потом пастой промазать хорошо, все это сделать. Знаете, китайская сборка, она такая скоростная, им некогда тонкостями заниматься. Ну, короче, можно 24 вольта вот так выключается. А ну-ка, разгон. Ну, нормально. Короче, выключаю, вдруг что сгорит, на всякий случай, без охлаждения. Потом через тепловизор посмотрю, может, тут греется еще. Потом видео выложу. Вот такая хайдан-байдан забрал. Вот так, провода соединены, короче, все видно, да? Тут земля, землю негде нам подсоединять. Так что выключаю, а то сейчас пыхнет. А может и нет, сейчас все проверю. Холодное. Ладно, хрен с ним. Вот, короче, чуть не вырвал с провода. Короче, смысл в чем? Почему я щеточный взял еще? Вот контроллер на щеточный дешманский, шим-контроллер. Может, не такой фантастически эффективный, но зато их можно мешок взять целый. Они 350 рублей, что ли, стоят, или 300, ну, где-то около того. Если взять какой-нибудь бесщеточный, я думаю, там контроллер будет какой-то, да, самый умный, типа шагового двигателя же, а не контроллеры покруче. Не знаю. Ну, короче, тут попроще все, и по-дешмански все сделано. Все, что на щеточных, все, что на щетках, все очень просто и тупо. Может, эффективность у нее не такая, КПД не будет высокая, но зато будет надежный. Тут даже, смотрите, предохранитель стоит этот, стеклянный, дикий предохранитель. Вот такие дела. Вот, ну, вроде все, показал, рассказал. Короче, если что, вопросы какие-то будут. А, еще по вот этим принтерам, что я разгонял принтер. Вот видите, плохая печать, плохая вот на больших скоростях, ну и как и ожидалось. Ну, короче, мне подсказали, я сейчас буду разгонять еще раз, там надо было на драйверах кое-что переключить, проверю. Ну все, пока всем на связи.